Но в итоге я похудел на 25 килограмм и чувствую себя просто великолепно. Например, я был вот таким, а теперь я вот такой. И я даже хотел сделать свою онлайн-школу по этому поводу, но почему-то мне не хватило смелости, и теперь я, работая в компании Excel, я понимаю, что не зря я сомневался. Будучи биохимиком, я создал инновационную компанию, которая называется ООО «Биомикрогели». Я сделал это в 21 год. Мы занимались разработкой средств для ликвидации аварийных разливов нефти. Я даже смонтировал, еще будучи тогда студентом, такой вот видосик на английском языке. We are proud to present our completely new method. Biomicrogels. A technology based on the research about the submicron particle organic synthesis. Сам его спродюсировал, смонтировал, озвучил, написал текст, заказал озвучку и так далее. Этот ролик до сих пор висит в интернете, можете посмотреть его. И я ушел из этой фирмы, потому что мы были далеки от коммерческой реализации и занимались больше научными разработками, выигрыванием грантов. А в то время я уже хотел заниматься бизнесом, и поэтому я ушел и попал в жуткую секту, которая называется «Бизнес-молодость». И в моем окружении появилась куча народу, которые занимаются торговлей поддельными кроссовками. И до сих пор я общаюсь с этими людьми, они торгуют просто сотнями кроссовок поддельных в день, зарабатывают кучу бабок. Но я не могу этим заниматься, мне не позволяет, что-то мне не позволяет это делать. Поэтому сейчас я работаю наемным работником в компании Axel, акселератор онлайн-школ. В общем-то, взаимодействую с людьми, узнаю, кто чем занимается, стараюсь заработать деньги. Ну и, конечно же, моя мечта — это создать свой видеоблог. У меня есть опыт видеоблогинга на русском, где я рассказывал о своем процессе похудения, как я сбросил 25 килограмм. Также потом я переключился на... попробовал сделать свой видеоблог на английском языке, где я просто рассказывал о своей жизни, о своих... ментальных проблемах, своих затыках на английском языке, и вы можете тоже посмотреть фрагмент этого ролика здесь. Money, I said, is humiliatingly low, but even in that case, I'm profitable now. I'm profitable and happy. So that is all. That is all for today. Could you say a couple of words? Этого ролика здесь. А теперь я рад, что я смог попасть в группу. В школу, как вы себя позиционируете, где ребята занимаются видеоблогингом, и, возможно, это мой шанс добиться каких-то более значимых результатов в этом. Поэтому прошу любить и жаловать. Меня зовут Влад, друзья называют меня Вая, и в видеоблогинге вы можете видеть меня под псевдонимом Влад из Love Winner. Спасибо за внимание, друзья! Друзья меня называют Вая, Вая, Вая. Я сам себя называю Вая, Вая, Вая. Скорее запоминай, за мной повторяй. Друзья меня называют Вая. Привет, друзья, меня зовут Влад, мне 31 год, и разрешите мне представиться. Я магистр биохимии, создатель инновационной компании «Биомикрогели», обладатель диплома по английскому языку. Вся моя семья живет в Штатах, но я продолжаю жить в России и стараюсь, чтобы моя жизнь прошла более-менее весело и интересно, поэтому я фанатик YouTube-видеоблогинга. Я предпринимал уже несколько попыток, я создал свой канал о том, как я похудел. Вы можете посмотреть его здесь. Все-таки посчитаем калории на этой неделе. Я тут ввел небольшую инновацию в собственный метод, значит, я